Здравствуйте! Рада приветствовать всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного и любимого нами с детства десерта орешки со сгущенкой. Раньше их делали в алюминиевых формочках специальных, их готовили на газу. Ну а сейчас техника дошла до того, что есть вот такие вот электрические орешницы. Так, для этого нам понадобится мука, сахар, сгущенка, ванильный сахар, разрыхлитель, крахмал, яйца, жиры, может быть маргарин, смалец, масло. Все на ваше усмотрение, либо то, что у вас есть под рукой. И плюс столовая ложечка майонеза или сметаны. Я всегда в тесто ложу разные жиры, поэтому тесто получается эластичное, с ним легко работать, и готовые изделия получаются очень песочные. Итак, приступим. Для начала взобьем масло, маргарин, что у вас есть, с сахаром и ванильным сахаром. Сыпучее можно сразу смешать, муку, крахмал и разрыхлитель. Это можно все делать миксером, либо живенчиком. Я воспользуюсь блендером. Добавляем сюда яйца и майонез. Перемешиваем все сыпучее и добавляем в тесто. Теперь будем уже домешивать руками. Не забываем подписываться на канал, ставить пальчики вверх и нажимать на колокольчик. Теперь мы можем накатать шарики и будем готовить наши орешки. Вот такое вот замечательное тесто у нас получается. Оно мягкое, нежное, не липнет к рукам. Теперь можно включать нашу орешницу и делать заготовочки. Для этого берем, отщипываем чуть-чуть теста и катаем шарики небольшие. На этом этапе я всегда прошу помощи детей. Им это только в радость. Все, шарики накатали. Будем теперь только выпекать. Наша орешница уже разогрелась. Выкладываем шарики. Закрываем и ждем. Выпекаться наши орешки будут где-то минутки 4-5. Они очень легко вынимаются. И залаживаем следующую партию. Я специально ложу побольше теста, чтобы были неровные краешки. Вот видите, их легко можно обломать,
или же вот так вот ножичком счистить. Вот так вот мы их выравниваем. Эта крошка у нас пойдет на крем. Если ее будет мало, всегда можно даже просто несколько половинок орешков положить. Пока пекутся наши заготовки для орешков, приготовим крем. Для этого возьмем масло, взобьем масло и постепенно будем в него добавлять сгущенное молоко вареное. Теперь нам осталось в этот крем добавить крошку с наших орешков. Попробовал хоть раз сделать вот такой вот крем, другой вы не будете делать. Все, наш крем готов. Можно поставить его пока в холодильник. Ну вот, все наши заготовки испеклись. Теперь нам остается только собрать орешки. Из данного количества теста у нас получается где-то 80 орешков. В общей сложности это килограмм 100 готовой продукции, скажем так. Орешки эти очень вкусные. Готовьте вместе со мной, радуйте своих близких. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комменты. Ну и не забываем, конечно же, нажимать на колокольчик. Всем пока!